Дорогие друзья, 17, 18 и 19 сентября мы будем выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В эти три дня будет определяться не только ближайшее будущее на 6 лет, то будущее, в котором будем жить все мы. В этот период будет определяться вообще в целом весь вектор развития страны. И я призываю каждого из вас прийти на участок и отдать свой голос, потому что неотданные голоса будут снова отданы партии власти. И тогда мы не сможем провести никаких изменений. И все останется по-прежнему. Если вас это устраивает, оставайтесь на своих диванах, сидите дома, ходите в гости, занимайтесь своими делами. И если вас не устраивает это, обязательно приходите на избирательный участок. И не просто так. Потому что по нашей информации, помимо каруселей, помимо открепительных удостоверений, которые заставляют сейчас брать всех бюджетников, помимо всего этого, власти хотят менять на ряде комиссий сейф-пакеты, в которых хранятся уже использованные бюллетени. То есть те бюллетени, в которых люди уже отдали голоса за какую-то партию. Эти пакеты могут быть заменены в ночь с 18 на 19 сентября. Потому что подсчет голосов производится только 19 сентября. И я призываю вас приходить на участки и отдавать свои голоса за тех, кому вы доверяете, только 19 сентября.